Одесское территориальное управление антикоррупционного бюро подытожило 2021 год. В течение второго полугодия детективам удалось закончить расследование по 6 делам, среди которых дело экс-главы облполиции, коррупционные махинации в порту Южный, а также дело по заводу «Краян». Вони не такі, скажімо, можливо, великі і не представляють, скажімо так, багато часу та зібрання доказової бази, тому саме такі справи, ви бачите, розслідуються, закінчуються і скеровуються до суду для того, щоб особи вже отримували покарання. Помимо этого, в 2021 году начались расследования по делу преступной организации в Одессе. По данным областного управления антикоррупционного бюро Украины, из-за деятельности группы одесская громада за 4 года потеряла минимум 16 гектаров земли и почти 690 миллионов гривен дохода. В общем, вне закона за владение территорией подозревают 16 человек, среди которых и крупные одесские чиновники. Это все та коррупционная схема, которая работала. І таким чином ті кошти, які могли йти на реалізацію будь-яких проєктів для громадян міста Одеси, вони фактично викрадалися і бюджет їх недоотримував.